Добрый день, дорогие коллеги и подписчики моего канала, с вами Алена Невмержицкая. Сегодня мы посмотрим с вами коллекцию Sport & Glam, а именно новинки 13-го каталога 2018 года Faberlic. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь со мной. Сейчас вы нам не видите вязаный джемпер, мультицвет, размер 46, артикул 520823. Что касается состава, это 90% акрил, 10% люрекс. Изделие очень приятное к телу, но при этом очень свободная, то есть я бы в себе взяла на два размера точно меньше, поэтому когда будете заказывать, учтите этот факт. Плечо, как вы потом увидите, также немного не на месте, но скорее всего это такое дизайнерское решение. На рукавах у нас есть манжеты. Само по себе изделие кажется довольно теплым, поэтому думаю, что осенью будет нас согревать. Здесь у нас надпись Sport Glam. Ну, конечно, очень такой в стиле оверсайз. Поэтому помните про этот момент, когда будете делать заказ. Итак, друзья, сейчас вы видите на мне водолазку с люрексом, цвет серебристый. Состав ее 85% полиэстер, 10% люрекс, 5% эластан. Так, артикул ее 520877. Она такая блестящая, красивая. Как вы видите, она очень облегает. Здесь у нас красивая надпись Sport & Glam. Водолазка с высоким воротом. Очень приятная за счет того, что там есть ткань. То есть обычная. Сверху она красивая, серебристая, а внутри очень приятная. Что касается размера, идет размер в размер, поэтому если вы хотите посвободнее, то нужно размер побольше будет заказать. Вот сейчас вы увидите подкладку, которая очень мне была комфортная. Сейчас вы видите на мне белое платье с люрексом 46 размера, артикул 520816. Что касается состава, это 85% полиэстер, 10% люрекс и 5% эластан. Также снаружи блестящий, красивый, а внутри комфортный. Здесь у нас сбоку красивый сексуальный разрез. Есть такая надпись на руке Sport & Glam и также по бокам изделия. Внутри также подкладочка хорошенькая, комфортная. Но хочу обратить ваше внимание, что белье, конечно, нужно будет светлое одевать. И нужно иметь красивую фигуру, чтобы носить это платье. Поэтому пока себе я его не возьму. Итак, друзья, сейчас вы увидите на мне красивый костюмчик. Здесь толстовка цвет бордовый, размер 46, артикул 520859. И штаны, брюки также цвет бордовый, размер 46, 520911. И там у нас 95% полиэстер, 5% эластан. Это я вам сказала сейчас про состав. Очень приятная, красивая, велюровая толстовочка, штанишки такие же. Здесь у нас на рукавах манжеты. На штанах также есть манжеты внизу. Очень такая приятненькая, мягенькая, тепленькая. Здесь вы видите сейчас очень красивую аппликацию из бисера золотистого цвета. Как вы видите, и сверху есть рукава, карманы. И также на штанах есть карманы. Ну, я считаю, что толстовка, она больше мерит. Я бы себе на размер бы так меньше взяла бы точно. Поэтому учитывайте это при заказе коллекции данной. Вот так вообще, конечно, комфортно, приятно. Цвет насыщенный, красивый. Итак, друзья, сейчас вы увидите на мне толстовку. Водолазку мультицвет, также 46 размера, она также велюровая, приятная, мягенькая,
Состав 95% полиэстер, 5% эластан. Видите, такая здесь нашивка красивая с металлическими пуговицами. Очень интересно, есть такие небольшие манжетики. Но она очень облегает. И горло было для меня очень некомфортное, то есть очень сильно давило горловины изделия. Поэтому тоже такой момент, чтобы вы знали при заказе. Но опять же, облегает. Если хотите, чтобы не так сильно облегало, то на размер нужно будет побольше заказывать. Итак, сейчас вы видите на мне толстовку с люрексом, цвет серебристый. Состав 85% полиэстер, 10% люрекс, 5% эластан. Так, артикул 5208-32. Здесь вы видите нашивка, лампасы, манжеты. Для меня она оказалась даже рукава немного длинноватой. Ну и вообще очень такая свободная. Поэтому я бы себе, конечно, тоже, опять же, поменьше бы заказала. Но, опять же, кто любит посвободнее, можете свободно в свой размер заказывать. На данной модели у нас есть капюшон. В принципе, осенью будет комфортно. На замочке изделия, капюшон также на завязочках. Красивая еще эмблема на груди. Буковка F, также вышитым бисером. Очень красиво смотрится. И сейчас вы увидите слепоны, черно-белый, размер 36. В принципе, я ношу 35-36 размер. Для меня они оказались очень комфортные, удобные. Я думаю, что даже на широкую ногу подойдут и будут вполне комфортны. Белая подошва у них, материал текстиль. Ну, думаю, что, скорее всего, осенью будут промокать они. Поэтому учитывайте тоже этот факт, ну, то есть в сухую погоду вполне нормально будет носить, ну, или чем-то обрабатывать. А я благодарю вас всех за просмотр. Если у вас еще нет дисконта, можете его оформить.